Danger! Понял, это челик такой выходит из двери с лицом типа сейчас пизды там и падает вниз. Я обернулся, чтобы отбежать. Но смотрю, он уже типа такой и улетел. Блять, социальная составляющая в этой игре это, конечно, нечто, блять. Будто в Майнкрафт зашел. Там такие таблички, знаешь, торчат. Вот он челики. Ой. Я упал. Это тупо выглядит. Ой, ты такой ляп. Как мороженое на асфальт. Бля, какие у них клевые шеи. Алло, ебать, по одному нахуй. Блять, я хотел челика бэкстебнуть, меня какая-то хуйня свалила на пол. Ой, в пизду ваши делся, ребят. Я похилиться не могу, они бегают за мной, у них очень длинное оружие. Ой, пиздец, будто в лигу играю, у меня опять команда хуесосов. Если бы я их тебе не открыл, мы бы бились вдвоем. А, их еще открыть надо, то есть за это дерьмо ты еще, типа, боролся. Ёбаный в рот. Где ты? Просматриваю виды. Вообще-то возле входа на арену. Даун. Как ты прошел, что я тебя не заметил? По стелсу. Metal Gear Solid. Ну я стал по стелсу, я думал, что типа ты пробежишь, я поржу, но я тебя даже не увидел, ты просто пробежал. Все, давайте, идите воюйте. Я буду королем, буду приказывать. Ну хули ты уставился на меня? Иди воюй, блядь. Так, нет, стоп. Мне нужно другое оружие, чтобы приказывать. Другое дело. Воюйте, блядь. Убейте его нахуй. Быстро. Он идет за мной. Кушается на короля, блядь. Ребят, ну чувака с топором убейте, хули вы стали. Боже, блядь, Тима Даунов. Короля прикройте. Кого ты набрал, блядь? Посмотри на них. Ну просто ужасно. А чё он смотрит на меня? Чё он хочет? Смотри. Иди воюй, блядь. Чмо. Набирает, блядь, по объявлениям. Сейчас этой хуйней драться. Давай. Изи спидраним его. Сейчас будет весело. Ой, блядь, весело охуеть прям. О. Эй. Ой, это что, рендж? Что? Да. Ага. Угу. Ау. Ау. Ты чё, блядь? Братан, не надо. Я жить хочу. А как с этим драться? Сосать. Империя пала. Куда ты пэшишься? А ты душу не хочешь обменять? Знаешь, пока ты скажешь, куда ты пэшишься, я уже буду там. Так, синяя херня, три херни, дракон, колокольчик. Колокольчик? И кошечки. А, хочу колокольчик. Звучит неплохо. Ну, вот он забавно выглядит или что-то такое. Кто из них самый смешной внешне? В общем, могу тебе сказать, что эта локация тебе очень понравится. Он магия. Все маги загоняются. Надо же настроить. Чувак, а это нормально, что мог бы хилиться блин банками? Да. По-моему, нет. Почему нихуя не видно? Вообще нихуя, даже из земли не вижу. Я тебя нащупал. Эй, стой, ты куда? Звуки страшные. Будь настороже, потому что бой. Ай. Бой. Меня молнией ёкнули. Что это за хуйня, блядь? Что? Куда идет наш пионер-отряд? Чуть ты будешь пятачком. Да, идем мы с пятачком. Блять, пятачок, ты заебал жрать камни. Нас отличает только гендер. И я один из двух классических, а ты нет. Ай, блять. Бежим. В смысле бежим? Я думал, мы с ним деремся. А где ты? Я тебя не вижу. Впереди. Миша, ты где? В этом здании по центру? Я потерялся. Ты с лошадью дерешься? Стоп, ты не с той лошадью дерешься. Но я сейчас или помру. Ой. Ага. Блять, я не успел поставить блок. Точнее, я успел, но... Что? Какого хрена вообще ледяные лошади бьются электричеством? Какого хрена вообще происходит? Стой. У меня просто белый экран и твоя полоска жизни. Лошадка, по сука. Лошадки в моей толпоне, это хуйня какая-то. Будто в Наруто играешь. Фаерболов не хватает. Это читоры летают, блядь. Так не видишь, что ты потерялся? Мне что, стена? По-моему, это край локации. И сейчас босс будет. О, файнали. Сделай все, чтобы не умереть. Давай я буду просто стоять щитом, а ты будешь его бить. Ой, киска. Стоп, их там не один, что ли? Ой-ой-ой.
Без комментариев. Просто, блядь, без комментариев. Там, нахрена ты взял эту елду в руки? Она смешная. Не особо подходи там вторая. Блядь. Все очень плохо. Сука, встаньте от меня, блядь. А? Лошара. Знаешь, братан, ну нахер эту локацию, она меня грузит. Давай другую. Посмотри, давай, надо в кого-то проходить, в пизду. В трейлер этот, в пизду. Я уже посмотрел, мне понравилось. Идем в следующую. О, блядь, нет, я назад. Какой огонь, блядь? В смысле огонь? Он мне двигает своей головой. Блядь. Блядь! В смысле? Я увернулся, блядь. Стоит дать тебя ударить, Питер, блядь. Да. Нужно собрать маговский шмот, вкачаться в магию. Типа я и так бесполезен, так хоть веселее будет. Ой, меч. И чё? Скалибр. Нет, не трожь, это мой меч. Понял? Не понял. Бум. Бум. Что-то ему как-то настроить. Я снимаю щит. Сейчас будем учиться перекатываться. Ну, не вышло, как видишь. Эй! Чего? Какая же отвратительная появка, блядь. Я не устану это повторять. Просто не устану. Ну, слушай, это уже конец. Веди себя достойно. Встреть концовку. Нормальная кончина. Концовка нормальная книга. Это кончина. Зато потом сможешь такой ходить, говорить тянк, а я второй ДС прошел, хоть и с фантомами, но прошел. Нет, про фантомов я говорить не буду. Скажу, прошел второй ДС. Ну, я все равно не знаю, что такое ДС. Ай. А нет. Что? А как он не достал? Ну, хрена вообще происходит с этой игрой. Ты живешь просто, если он у тебя говорится, а я не живу. Вот почему, видишь? А что за синяя хуйня? Ты тоже это видел? Это любовь. Залютый просто. О, можно успеть похилиться. Ой, блядь, тебя сейчас убьют. Стой! Не бей его! Не демаджи. Блядь, ты что, издеваешься? Он сейчас сделает мне рывок, и я помру. А мне надо... А, все, окей. Смотри, смотри. Бабушек. Он меня не ударил. Оооо, отходи. Отходи, да, уже поздно. Оу! А, это что такое, Сос? Я его вспомнил. Да, я тогда оружие какое-нибудь надену. Да я оружие надену, Питер. Так же нечестно. Так, какое мне выбрать сегодня? Тихо, не бей меня, блядь. Ну я ж попросил, братан. Хуй ты делаешь? Оружие на самом сложном боссе в игре. Меня не предупредили. Да, тебе типа повезло, я умер. Иначе я бы выбрал оружие, и тебе было бы пистол. Да. Это да. Короче, у меня слишком много бомб, поэтому я буду драться с ним бомбами. А, чувак, понимаешь, я сейчас возьму лук и буду стрелять в него с лук. Я не буду перекатываться. Знаешь такую штуку, не умеешь, не берись. Дамаг, в принципе, как будто я его руками. Слушай, слушай, братан. Бум. Бум. Один урона. Один урона. Кто сказал? Что-то он стесняется переходить во вторую фазу. Типа, если месить его бомбами, он даже не хочет переходить во вторую фазу. Ему жалко нас. Да, он из бомбы не пришли. Убейте, пожалуйста, быстрее дайте нормальных игроков. Лол, он серьезно не перейдет во вторую фазу? Бля, чувак, это твои бомбы меня останавливают? Воу. Чувак, сейчас я перейду во вторую фазу. Блять, насколько было близко, пиздец. Я не понимаю, почему он не сагрился. Почему? Ну сейчас, блядь, сагрится, спасибо. Это был мой единственный шанс его пройти. Закончится бомба, пройдем. Их всего 16 осталось. У меня еще 3 стака есть. Ну, можешь подкинуть. Нет, теперь я буду кидаться бомбами. 30 урона у меня наносит одна из урн. Блять, я не понимаю, раньше он меня сквозь щит не пробил. 9 урона.
Ой, промазал. Не, такое хуй затаймишь. Я умер? Я умер. Сука, еда, он стоит бить со своими бомбами. Швыряет, сука, как ты ненавидишь. А я тебя вижу. Стоишь, да, он с бомбами. Я смотрю на себя и вижу няшу, стесняшу. В короткой юбочке. А я вижу, да, у нас с бомбами, который уже заебал, блять. Можем мы просто придем, пожалуйста? Ай! Ай! Не бей, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей! Ну, давай переходи во вторую фазу. Еее. Нет, 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 нет. ГГ. Сука, найс урон, блядь. Ты шо, конченый, что ли, блядь? Нет. Лол. Прошел на изи, блядь. Чего, хочешь прикол? Сейчас только сразу не убегай. Ты взял молот? Нет, смотри, я скорпион. Ты долбоёб. Мама, я скорпион. Давай, переходи во вторую фазу, это скучно. Мне не скучно. Мне не скучно. Не слушай его, блядь, сука. Фаерболы. Я сейчас умру. Да? Нет, ты жив? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Да, блядь, а ты этого нельзя вернуться, что ли? Можно. Просто мне сейчас он шотнет. Пойду покурю. Ну, раз ты покуришь, я пока сам его пройду. Босс все-таки легкий. Лол, как ты не попал? И снова. Какой ты бесполезный. Что это, может, во вторую фазу перейдешь? И бум. Ты почти смог. Все, что я могу тебе сказать, ты почти смог. И это босс. Серьезно? First try? Да. Видимо, босса здесь могут только на NG++ кинуть вызов. Алло. Я только что его прошел сам. С первого раза. Пиздишь. То есть, играя со мной, ты специально сливаешь. Это многое объясняет. Опа, не попал. Ой, блядь. Оп, не попал. Не. Блядь, сука. А я думал просто сжечь, типа, чтобы этот хуесос был еще сильнее. Стой, травку скушаю. Хрум. В смысле, уже? Блядь. Ты что, ёбнулся, дядя? Не хочу умирать. Не хочу. В смысле? Нахуй ты так махаешь мечом? Ты дурак, что ли? Блять, он не перестает бить. Я не вижу окна. Сука, сука. Сука. Не. Ура, блядь. Дыша дымного рыцаря. Пидорас, блядь. Если это был последний босс. Для меня это файнал. Я не хочу других смотреть. Мне это понравилось. Пусть он будет моим хорошим воспоминанием об этой игре. Ты сейчас разочаруешься, когда узнаешь, чем я занимаюсь. Ты перекачался в мага? А, перекачиваюсь. Таня, ты меня заебал со своей магией. Пошли, пошли, я готов. Ой, сейчас кто-то будет страдать. Ой, сейчас кто-то будет жаловаться. Не надо. Только попробуй потом конченое добрались сказать, что... Ой, я пойду перекачаюсь, подожди еще минут 10. Нет, я буду настойчиво. Настойчиво сосать хуй. Ты же меня знаешь. Настойчивость моя второе я. Глистая башня. Трон половины. Какая глистовая башня? Блять, что? Я не заметил чувака. Пиздец. Я чувака не заметил, я в него уперся, типа бегу, думаю, почему я не бегу, а там чувак передо мной стоит. Слава, правая рука, и тогда наслаждение. Тут. Да, блять, дайте мне пройти, сука. Приветик. Пукни в пакетик. Ебать, что? Ой, в этой кончатой, иди нахуй отсюда, блять. Что за геймплей, блять, я не понял. Чё она не домашит? Блять! Блять! О, мой fucking god. Скажем так, я думал, магия дамажит, зато весело. Удивительно, могли быстро пройти, я бы пошел кристаль зеркального рыцаря пиздить руками. Блять, какой ужас, а что случится, если ты его не пройдешь? У меня отключится геймпад. Что с моим геймпадом? Я его не трогаю сейчас.
Вперед я идти не могу. Хорошо. Буду идти назад. Мне лень просто переключать геймпад. Вот ты-то, блядь, вы чипанулись, сука. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Да, блядь, дайте прийти. Сука, саламандра застрелила. Я тут борюсь с геймпадом. Кто побеждает? Пока что ничья. Это просто ебаный в рот, конечно. К нему сначала хуй добежишь, добежишь, не факт, что убьешь. Найс. Шамурай. Это же дресня, я нихера не вижу из тебя, Дис. Вау, 14 дэмэджа, какой-то опасный. Я вижу, да. Я пытаюсь понять, у него хоть что-то дамажит. Блять, что? Он дамажит, блять. Миша, где мой дэмэдж? Миша. Где мой дэмэдж? До свидули. Даун со своим драгом. Почему она так была дамажит? Что я делаю не так? Слушай, братан, может ты перекачаешься, а? А я пока буфаться пройду. Нет. Ганнелл просто перекачаюсь сейчас. Он на этот босс файт. Ну все, мужик, в тот раз тебе повезло, в этот раз не повезет. Охрененно. Просто охрененно. Эй, что ты ногами махаешь, блядь? Я не знал, что он тебя может, ты перепрыгиваешь через тебя. Кул механик, да? Да, блядь! Оставь меня в покое, ты пидор! Блядь! Ну что за конченое говно, блядь? Дайте мне просто умереть спокойно, блядь. На. Сейчас я думаю, в одном презентации. Да? Мне не нравится. Я ему прямо в харю наложен. Типа его легко доджить, его тяжело, блядь, убить. Потому что он бегает. Да стойте, блядь, на месте, пока я тебя пизжу. Ой-ой-ой. Я пробую. Сколь не любит вегатов. Как тупо он зависит. Он просто зависает на одном месте и держит колонну. Он не сложный, я не знаю, чем мы умирали. Как тебе Dark Souls после того, как прошел его? Можно дальше не продолжать? Не моя, совсем не моя. Не потому что я фон и козуал, а потому что типа, их же нормально, блядь, делай, нормально будет. Как же, сука, он летает через всю карту. Хил. Конечно, не хило же. Сраный блок. Вот он какой горящий, Михаил. Какой-то бесполезный человек. Какой-то жить бесполезный. Это логично, что у каждого есть отец. Ну знаешь, смотря на некоторых, например, на разработчиков Dark Souls, мне кажется, что у них не было родителей, а у них была только, ну, точнее, была только мать. И она их пистила жестко. И чтобы отомстить миру, они создали второй Dark Souls. Да, да. Ну, типа, эта версия выглядит очень реалистичной. Смотри, а я хейлюсь, нет? Было поздно. Ты какого хрена меня пинаешь, пидор? Он так неожиданно и редко делает. Мы сейчас вообще танцуем. Он меня снова пнул. Ай, здорово. Кто тебя так назвал? Твои родители... В смысле? Где его хп? Умри уже, урод! Ездит, сука, тут по кафелю. Пачкает. Уборщицы убирали это все. Он пачкает своими ногами. Да, он конченый. А так вообще взял щит с первого трая. Вообще похеру.
даже не надо было изучать эти всякие его пируэты дебильные.